Следующее видео нам прислал мобильный репортер. На одном из водоемов Шумерлинского района появились белые лебеди. Редких птиц в селе Туваны заметил первоклассник Кирилл Сердин. Никто из старожилов не помнит, чтобы лебеди когда-то появлялись в окрестностях. Несмотря на возвращение в республику холодов, большинство водоемов уже очистились ото льда. Так что проблем с пропитанием у птиц возникнуть не должно.